Образование, наука и культура помогут победить невежество, заявил мэр Брюсселя, открывая вместе с мэром Парижа заседание Совета. Депутаты начали 8 минут молчания в память о 35 жертвах брюссельских терактов 22 марта. Нормы больше нет. Этот термин сегодня необходимо определять заново. Мы отныне живем в другой эпохе, и следует всегда об этом помнить. При этом надо продолжать верить в нашу мультикультурную модель, в открытые города, такие как Париж, Брюссель, Лондон или Нью-Йорк. Мы по-прежнему верим, что именно таким должно быть наше будущее. В свою очередь мэр Парижа Ан Идальго выразил брюссельскому коллеге солидарность от имени парижан, ставших жертвами террористов 13 ноября прошлого года.